Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук говорит, что в клипе как робот, и это не настоящий мир, а теперь вспомним. Тэхён сказал, что есть история, связывающая все песни и клип. Я читал всевозможные теории, и все они могут быть верными, но, по моему мнению, большинству из них не хватает некоторых моментов в соответствии с тем, как я думаю. Но в одном я уверен, и парень с татуировкой, и собака находятся в своей реальности. В медленных танцах мы видим, как Тэхён и собака в какой-то момент мелькают точно так же, как бабочка и улитка тоже телепортируются. Тани телепортирован лишь частично, потому что мы видим его в пейзаже как картинку. Все остальное — это мир, который он построил, и который мы можем видеть как миниатюрный мир в той же комнате, в которой находятся машины, которые он использует, чтобы попасть туда. Так что тату-парень не собака, это не фантазия, и я чувствую, что история напрямую связана с ними. Тэхён — гений. 9 место. Чонгук и Тэхён примагнитились. Как нежно Чонгук гладит волосы Тэхёна. Восьмое место. Совпадение или нет? Чонгук прилетает из Нью-Йорка, где он ходил по всяким магазинам и заведениям. На следующий день Тэхён хвастается новыми кроссовками. Напомню, что магазин находится в Нью-Йорке. Чонгук прилетает с Катара, где он был замечен в магазине Селин. И Тэхён на их романтической вилле появляется в новой кофте от Селин. Да, все эти магазины есть и в Сеуле, но он это надевает только после прилета Чонгука, но не может быть столько совпадений. Столько совпадений. Ты знаешь, что это глубже, чем дождь. Это глубже, чем боль. Когда это глубоко, как Диэнэй. Одинаковая энергия. Эти Тэйку. Седьмое место. Никто не может быть более одержим красотой Тэхёна, чем Чонгук. Он буквально не моргает. Шестое место. Поведение пары. Тэхён без Чонгука. Мне нравится Саджу. Мне сказали найти огонь, потому что в моей судьбе не было огня, а была только вода, поэтому я ношу красную. Мне вдруг захотелось послушать эту песню. Чонгук всегда поет мне эту песню. Чонгук без Тэхёна. Я нуждаюсь в воде. Где Тэхён? Тэхён в Корее. Да, в Корее. Тэхён не хочет быть без своего огня. Чонгук не хочет быть без своей воды. Where is that? You sounds like JK? 아, 일단은 저는 사주를 좋아해서 제가 불이 없어요. 네, 불이 있어서 불만 있어서
항상 불이 있는 거를 찾아라. 레드. 그래서 레드, 레드. 이번에는 레드. 야, 이거 잠깐 박수 한번 주고 하겠습니다. То, как Тэхён любуется Чангуком на большом экране. Пятое место. Вопрос, когда вы на свидании, вы бы предпочли держаться за руки или идти под руку? Ответ Тэхёна: я не делаю ни то, ни другое. Я предпочитаю держать человека за талию или обнимать его сзади. Четвертое место. Забота. Чангук сказал: ну, в Пусане я был очень тихим и замкнутым. Раньше я был очень замкнутым, но Тэхён помог мне вырваться из этого. Мои воспоминания о том, как лично Тэхён помог Чангуку раскрепоститься, снова разблокированы. Порой в жизни случаются сложные ситуации, ситуации, в которых нам тяжело, и когда нам нужно рядом сильное плечо, чтобы опереться на него и почувствовать поддержку, отношения Чангука и Тэхёна – это тот самый случай, когда в отношениях присутствует не только любовь, но и невероятная поддержка друг друга. Она может быть открытой, когда слова восхищения произносятся вслух, а может быть не такой явной, но все равно понятной для всех, у кого есть сердце и душа, а еще глаза и ясная голова на плечах. Они – это драгоценный дар друг для друга. Чангук сказал нежным тоном Тэхёну: «Ты готов?» Тэхён мило кивает. Я млею от того, как Тэхён смотрит на Чангука. Послушайте, как Тэхён нежно спросил у Чангука: «Ты хорошо справляешься со своей работой?» Чангук отвечает: я всегда должен хорошо работать. Третье место. Помните, когда девушка танцевала танец живота перед участниками, но все внимание Чангука было сосредоточено на Тэхёне позади него. Но когда Тэхён танцевал танец живота, Чангук был самым громким. Второе место. Это так интимно. Руки Чангука и Тэхёна всегда желают прикосновений друг к другу. Тэхён говорит Чангуку: «Эй, Чангук, ты продолжаешь прикасаться ко мне? Зачем ты трогаешь меня за задницу?» Шаловливые ручки Чангука и довольная улыбка. У Тэхёна фетиш на рваные джинсы Чангука.
пугающее сексуальное напряжение у Чангука и Тэхёна. Их ладони идеально сочетаются. У Тэхёна самая большая ладонь, но Чангуку нравится. Давайте все дружно вспомним, как недавно Тэхён вышел в эфир, просто чтобы показать, что он соскучился по Чангуку, и еще рассказал, что Чангук поет ему эту песню часто, а потом просто выключил эфир. Первое место. Тэхён целует Чангука каждый раз в шрамик. Тэхён и Чангук всегда на одной волне. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.